Новое спортивное оборудование появилось в Чебоксарской школе номер 62 благодаря сотрудничеству Кабинета министров Чувашской республики с образовательным холдингом «Просвещение». Татами для дзюдо, манекены для борьбы, мячи, спортивные канаты, комплекты оборудования для силовых тренировок. Теперь заниматься единоборствами в 62-й школе стало удобней. Новый спортивный класс позволит юным спортсменам-самбистам готовиться к соревнованиям межрегионального и всероссийского уровней. Напомним, в начале прошлого года правительство республики подписало соглашение о намерениях по взаимодействию в сфере развития образования и повышения его качества с образовательным холдингом «Просвещение». Мы долго изучали, какой школе это дать. В то же время пришли к выводу, что необходимо это предоставить 62-й школе города Чебоксары, так как основателем секции борьбы, дзюдо и самбо в этой школе был легендарный человек Трофимов Александр Иванович. И мы не могли не учесть этот факт. Поэтому я надеюсь, что наши отношения с нашим партнером, издательством «Просвещение» будут продолжаться, развиваться и укрепляться, так как это идет на пользу отрасли образования.